вообще в голове, и судороги были, эпилепсия мальчика. Восстановилась, и вся эпилепсия ушла. Пальчиков не было, видите? Вот так должно быть. Было так, стало так. Вот это вариант нормы. Вот у вас вариант нормы, ну вот она. Вот тут где-то, да? Местами только. Это красные места сильного защемления, а желтое это и радиация от этого. То есть там, где воспаление идет от этого. Это вот здесь у вас грыжи межпозвонковые. Потому что вот эти синие говорят о том, что диски не работают. И эти, несмотря на то, что здесь ущемление, идет, должно быть вот как здесь. Как видим, дорогие друзья, что Владимир Георгиевич очень скромный человек и ну, достаточно немногословный. Фундаментальнейшие вещи, на которые потрачены человечеством столетия, тысячелетия, Владимир Георгиевич очень скромно так говорит. Ну, берем препаратик, на точечку наносим, и организм там что-то получает. Вот, чтобы можно было произнести вот эти несколько слов, были проанализированы разработки восточной медицины, европейской медицины. Работал весь Советский Союз, это несколько институтов, научно-исследовательских институтов экспериментальной медицины, которые выясняли поведение биологических объектов при охлаждении минус 50, при, когда в пустыне Сахара, космос, то есть максимально экстремальные возможности. Как называется фитолазерофорез? И здесь все дорожки сходятся. И что самое интересное, человек без отрицания начинает наполняться. Когда ты перестаешь отрицать, ты начинаешь наполняться. Вопрос, смотри, вот эта съемка, то есть как я у нас за то, что снимает Ярослав. Ну то есть я держу так. А вот это вот, а вот это то, что мы снимаем. Там, ну, вот она тоже. Палево. Сейчас законы принимаю, чтобы водитель ничего в руках не имел права держать. Ну все, я убираю, потому что дорога очень нехорошая. Да, будьте любезны. Прямой эфир. Здесь мы еще раз запишем 2 минутки для ролика. То есть толкование того, как повествует Ярослав. И отождествим его с девятого. Они оба в дополнение друг друга сначала что-то рассказывают, потом прерываются и как бы начинают другую новую историю, на которую зритель реагирует, имея свою логику двоичную. Земля, да? Небо политика, троичность. Это троичная логика, комплексная логика. Откройте и почитайте. Включите и послушайте. Приобретите еще дополнительно себе знания. Будьте здоровы, живите богато.